Лодка Solar 420 Стрела. После года эксплуатации, сезона эксплуатации. В жестких уральских условиях. Вот есть небольшой порезик. Но это оптопляк. Это топляк. С лодкой было что сделано? Установлен носовой тент. Ветроотбойник. Установлено рулевое управление. Трос идет 9-футовый. Но нужно ставить сюда 11 футов. Мотор Yamaha. Скорость 30. Скорость по 30 Yamaha. С загрузкой 100 литров бензина. Два пассажира по 100 килограмм плюс вещи. 32 километра в час в гору, 35 под гору. Что было еще дополнительно сделано с лодкой? Транец был опущен от стандартного на 1 сантиметр. На 1 сантиметр. И был увеличен тоннель вот таким вот образом на 10 сантиметров. На 10 сантиметров вынесен вот таким вот образом. Вот слабое место всех соларов получается по от езды по меликам. Из-за чего это происходит? Потому что ПВХ сделано внахлёст от по ходу движения, против движения. Поэтому его задирает и выдирает вот таким вот образом. Это на 380-м Solar'е такая же беда есть. И на 420-м, вот мы с ребятами разговаривали, вот такая вот, да. Вот тоннель сделан вот таким вот образом. Крылья увеличены. Вот так вот вынесены они. Вот, тоннель жестко, то есть он не выходит уже. То есть видите, вот носок заходит. Сок заходит вовнутрь. Ну все, лодкой. Лодка отличная. Лодка просто замечательная, ходка. В отличие от того же Solar'а 500. Лодка идет просто изумительно. Проходим в очень узких местах. В очень узких местах. Там, где 420 на 500 баллоне. Обычно Нюринги не проходит.